Стереопара от Грюндика, производство Германия, само собой, если это Грюндик. Вот, приемник Грюндик. Ну, состоит она из двух частей. Стереофонический тюнер. Вот, в слим дизайне FM AM. Написано на морде, хотя тут еще и средний, длинный, короткий есть. Но, соответственно, ничего не проверять не буду, кроме как FM. Значит, FM у него в полном диапазоне от 88, но на самом деле 87,5 станции есть. Ловит она и до 108 МГц. Алюминиевая морда, slim дизайн. Вот. Что тут про него еще сказать? Индикация сигнала. Значит, значок стерео моно. Вот она так тык, моно, вот так тык, стерео. Кнопочка включения. Сзади у него выход вот такой вот 5-диновый. Антенна. Разъемчик можно просто проводочек вставлять, можно спецразъем. Вот такой серийный номер. Вот питание 220 вольт. Несъемный хвостик. У всех у них там снизу идет. Недавно делал ресивер тысячник, у него тоже снизу идет. Фишка такая у них. Значит, что есть с ним в паре? Усилитель Грюндик. Да, модель называется ST-1000. Усилитель S-птицовис 1000. Значит, тоже он такая вот красивая шелкография. Тоже морда алюминия, кнопочка включения, индикация светодиодная. Значит, тоже в slim дизайне. Это выключение динамиков. У него всего один выход на акустику от 4 до 16 Ом сопротивления. Значит, мощность у него 2 по 25. В пиках бывает и до 40, что ли, я читал. Так, вот значит, вот такой выход на наушнички 6,3. Есть еще один вход, Type 2. Баланс здоровенный. Вот. Бас Кёхен Мёхен Трейбл. Тюнер фона. Фонокорректор представлен головочками ММ. Еще один. А, это переключатель, селектор переключения входов. У него, значит, получается фона раз. Тюнер, само собой, не будем считать его входом. Раз. ТВ-тейп. Значит, раз, два, три. Монитор 4 входа можно запитать. Значит, здесь есть output Ausgang. Это индикация работы каналов. Светодиодно красиво. Для любителей посмотреть, как все это дрыгается. Самое оно, как говорится. И какая-то вот Line AR. Похоже, обрезает низкие частоты. Subsonic фильтр, скажем так. Естественно, громкость и ручка. Все это серия High Fidelity. Hi-Fi. Ну, вот Грюндик, производство Германия. Значит, вот монитор, вот тюнер. Вот тейп 1, там спереди тейп 2. И фонокорректор подсоединяется RCA разъемами. Уже пошли как бы по современному пути развития, не 5-диновые. Значит, земелечка есть. Выход 1, точка тире, вон, 4-16 Ом. И питание тоже 220 вольт. Хвост несъемный. Ободрали не немцы. Вообще-то это не немцы, это из Финляндии. Может, немцы, может, финны. Короче, вот такая хрень висела, а сейчас ее нет. Но другого у меня нет. Вот здесь сбоку есть вот 5.0 написано, или 5.6. Пусть будет оно тут 3.8 килограмма. Растаможечка, растаможечка. Все вместе получается десяточка. Растаможечка по 450 рубчиков за килограмм. Так, ну что, включаем радио. Сразу скажу, не буду. Вот чуйка у него великолепна. Радио Эрмитаж 90.1 принимает все 5 кубов. Потом все
сигнал другой заходит от Сидюка, помощнее. Перегрузочку включу. Значит, вот они. Моностерео. Уши даже слышит. Красиво. Раз обрезала частоту монитор, это вход еще один, как бы петля на запись. Так, ну вот, как я говорил, выключает спикеры, включает сюда. Так, включаем мы тогда тейп, я запитал на тейп, по-моему, один, да, вот тейп один. И нафига нам этот лондон? Естественно, теперь все останемся. Ну все, горит, очень не буду я перегружать его. Мои динамики уже на девятке. Не держит на десятке. Динамика, как всегда, все то же самое, что и было раньше. У рояля то же самое, что и было раньше. Шейхерезад Степановна, я готова. Театр Образцова, помните такой, да? У рояля то же самое, что и было раньше. Да, еще, конечно, классы не повышены. CF5000. Сейчас буду писать на него, как он работает, как пишет. Можно влупить. Ну, я его отдельно буду ставить, и это буду отдельно, потому что все вместе, я так понял, не сильно народу надо. А если кто хочет, можно прибавить и ценник подкорректировать. Я буду. Цвет такой красивый, если включить подсветку, он какой-то под бронзу. Звенит такое тактильное ощущение, такое тр-тр-тр, как бокалы шампанским крутишь по бортику, он тр-тр-тр. Не грусти, не трещит.
честно говоря, тут-то никому не нужен. Прочитал, что он долларовый миллионер, обалдел. Кто на этого дурачка лохматого ходит? Не хочу, конечно, обидеть людей, которые уважают, но что-то мне не заходит. Рюмка водки на столе, вечно пьяный в жопу на сцене. Кому он такой нужен в Лондоне? Он здесь... Ладно, пусть живет. Разрешаю. На этом все. Значит, стереопара Гуси Гагара, тюнер СТ-1000, СВ 1000, Горюндик, Усь. Можно забрать, как Женя говорит, мой знакомый коллега. Можно забрать сегодня, деньги с утра. Все, спасибо всем.